Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, а мы продолжаем играть в игру Tower Conquest. Ну что же, скоро у нас 65 уровень, это не может не радовать. А мы, пожалуй, приступим. Зайдем в тренировку, заберем наших ребятулек. Ага, эти как раз еще тренируются. Ладно, хорошо, пускай. Зайдем в армию, что у нас тут интересненькое. Ох ты, ты посмотри, Ронин получает четвертую звезду. Вот это для меня сюрприз, если честно. Я очень этому рад. Вы знаете прекрасно, что я хотел Ронина к себе взять в отряд. Но знаете что, по-моему, рановато нам еще брать. Потому что 59 уровень у него. И как бы, пускай еще немножко покачается, да? Мы пока и без него обойдемся. Ну что же, как вы видите, первое место у меня на арене. А мы, пожалуй, приступим с вами. И у нас, кто здесь, я уже забыл. Ага, здесь у нас раса людей. Значит, против них мы выставим. Слушайте, а в принципе, что тут? Ничего такого сложного нету, да? У нас паладин, у нас копейщица. Ну, мелкий хмареныш. Кстати, мелкий хмареныш. Это да, это надо будет, получается, вот этим отрядом идти. Так ведь? У нас... А, нет, секунду, у нас вот здесь еще есть мечник. Ха. Давайте попробуем вначале вот этим отрядом. Если не получится, хотя я в этом не сомневаюсь, что у нас здесь не получится, перейдем вот на этот. Все, договорились, поехали. Нечего, как говорится, лишних слов на ветер пускать, надо действовать. Ой, квест завершен, тактик. Подожди, тактик, мне нужно мечника. Потому что если пойдет этот крестьянин-голодранец, он мне все испортит. Но почему-то никто не идет. Паладина, что ли? Ну да, да, да. Конечно же, выходит паладин. Тихо, тихо, вот это вот. Ну что ты, блин, ну вот куда ты прешь, а? Вот куда ты прешь, голодранец? Красноголовый, я не знаю, как тебя еще назвать. Давай, 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 давай. Так, ребятули, сейчас будем с вами вот так делать. Отлично. Я даже сказал бы, очень хорошо. Не понял, с какого перепуга вы... Ну вот смотрите, он выпускает первым делом паладина, потом копейщицу, ну и естественно там бежит еще этот голодранец-крестьянин. Крестьянин нам вообще никаких проблем не создает, а вот лучница, ты посмотри, что делает. Ты посмотри, нет, все нормально, ребят, мы здесь с вами справимся, а вот здесь я уже сомневаюсь. Ну-ка давай, иди сюда, достали уже в корень. Ну... Роняем. Здесь-то что? Что здесь-то происходит? Я не понимаю. Да как они могут меня победить-то? Ё-моё. Ну? Отражение. Отлично, ребята. Вы увидели, да? Отражение очень хорошо срабатывает у нашего мага-воина. То есть они получают обратно тот урон, который наносят мне. Шикарно. Но все равно мы почему-то не можем с вами пробить их. Что-то уж больно как-то плотненько все у них идет там. Во-во-во-во. Оборотень хотя бы... шурудит. Так, давай-ка еще маговойна вызовем. Еще черного рыцаря. Ну что там, я не понимаю, что там за 43 секунды, ребята, ой. А времечко-то у нас поджимает. Сижу тут, рассусоливаю. Давайте быстрее бомбите ему базу. Ну, да елки-палки, есть. Фух, я думал не успеем. Успели. Но что-то как-то, если честно... С натяжечкой это пошло дело у нас. Ну что, последний этапчик, да? И грифон. Блин, вот чего я не хотел, это грифона. Так, давайте-ка посмотрим, что у нас против грифона. Хм. Этот отряд, в принципе, хорош, но грифон будет бомбить. А здесь кто? Слушайте, в принципе, нам все равно здесь вызывать ведьму придется, так ведь? Так. А ведьма и грифона порвет, и крестьянина, тем более крестьянин, это очень даже хорошая наживка для того, чтобы из него сделать еще одного дополнительного зомби в нашу коллекцию. Поэтому, да-да, будем продолжать именно этой командой, только лишь из-за того, что здесь есть ведьма. Главное ее успеть вызвать. Ага. Так, я надеюсь, крестьяшка не побежит раньше времени. Он мне здесь сейчас вообще... Да, конечно, конечно. Куда разогнался, голубчик? А? Паршивец этакий. Так, ребят, надо... Вот, все, 500 маны накопил. Теперь будем с вами вызывать ведьму. В обязательном порядке, причем.
Вот мне не нравится, что вот лучница, блин. Сейчас, 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 секунду. Вот, вот так вот мы с вами сделаем. Давай-ка, давай-ка, вот так вот. Слушай, а откуда здесь... Оу, тихо, Грифон, ты... Ты не рано ли ты вылетел-то, браток? Давай, давай, ведьмуля, давай, родная моя. Делаем этих, как это величать-то, зомбарей, да, зомбарей, конечно же. Оу, вот и пастырь вышел. Так, он, естественно, усиляет команду свою. Во, смотри, а у меня оборотень-то не дурак. Блин, сейчас его прибьют. Хотя Грифон не так уж и много урона наносит. А давай вот так сделаем. Ой, ребятулечки. Изи. Тихо ты. Посмотрите, Грифон когда, да, умирает, ведьме пофиг, абсолютно по барабану. Она даже урона практически не получает. Она вообще красава. Ну вот и все, базенка-то сейчас будет просто разрушена мной. Все, никаких преград нету. Да, отлично. Ребят, я нас поздравляю, мы прошли с вами территорию людей. Причем идеальненько. И, естественно, забираем сундучок. Ну, сундук подданных. И кто нам выпадает? Слушай, вот неплохо, черный рыцарь, это хорошо. Ну, в принципе, и фехтовальщик тоже нам пригодится. И это у нас предпоследняя, ребята, территория. У нас еще захватчики будут впереди. А сейчас мы будем драться с нежитью. Давай глянем, кто здесь. Ой-ой-ой-ой-ой, вот боялся я вот именно нежить вот эту вот, когда у них будет чумная вот эта вот летучая мышь. Что же нам тогда брать? Может быть, вот этот отряд? Да, кстати, мы помните с вами как-то за счет баллисты, человека-стрелка, как раз прошли вот те самые уровни, где этот нетопырь был. Да-да-да, давайте-ка попробуем. Может быть, и у нас и здесь все получится. Сейчас, естественно, он будет вызывать големов. У нас на это дело есть паладин. Ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Да ну, да хорош ты, ё-моё! Да вот, честно говоря, я не ожидал. Блин, вот так вот нелепо сейчас сплавиться. Надо было щитоносца вызывать и все. А, по крайней мере, чумная мышь это начала бы в него плеваться. Ну и сам понимаешь. Пока бы она его убила, я бы уже в это время вызвал бы нашего паладина. В общем, я сам лопухнулся, поэтому давайте ускоряться. Нечего тут, говорится, время тянуть. Давай быстренько всех тут разобьем. Если... Да что такое, деньги даже не успел схватить. Давай поможем. В принципе, ничего сложного нету, абсолютно. Вот смотрите, что у нас тут происходит на ускоренном. Просто идеально идем. Никто нам здесь ничего не сделает. Баллисты просто шинкуют. Да, лопухнулся я, конечно, сам виноват. Ладно, давайте попробуем. Есть! Вот оно. Вот оно, ребята, счастье. Это где 65-й уровень. Все поздравляют меня. Ну что же, мы с вами восстановили энергию. Плюс 97500 получили голды. И сейчас мы будем с вами что? Естественно, затачиваться. Конечно же. Так, щитобот, иди отсюда. А у нас тут еще и вот это выполнено, да? И все, пока. Ну что же, начнем. Начнем, пожалуй-ка, мы с вами с основной нашей команды. Вот с этой. Надеюсь, у меня хватит деньжат. Хотя я сомневаюсь, что хватит, если честно. В прошлый раз у нас не хватило. Причем довольно много. Так, дедушку обязательно пропоем. Здесь тоже. Так, рыцарь-маг, прыгун. Всадник на журавле. Блин, я же хотел... Я хотел же всадника, по-моему, поменять. Но так и не определился на кого. Конечно, можно было бы на летучую... Ой, у меня и деньги кончились. Ой-ой-ой, как быстро. Да, очень быстро кончились деньги у меня. Ну что ж, ничего не поделаешь. Будем зарабатывать. Так, не надо мне эту миссию открывать. Я еще с этой не разобрался. Ох, ну ладно, что же. Поехали. По крайней мере, у нас восстановилась вся энергия. Значит, эти территории мы точно здесь с вами пройдем. Так, главное успеть. Он меня, конечно, тогда круто подловил. Давайте начнем, наверное, мы... Да. Щитобот, потому что он крепкий. Он выдержит летучую мышь. А вот теперь будем вызывать паладина. Паладин, естественно, убьет мышь. Давайте поможем ему маленечко. Так, погоди-ка, мы что?
Мы мажем, что ли? Да, ребята, мы мажем, к сожалению. А ну-ка идите отсюда прочь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, мышь. Убили мы ее. Фух. Главное не подпустить к нашему стрелку вот этого вот голема. Да и летучая мышь тоже здесь нам нафиг не нужна. Так, паладин, давай, выходи. Разрули-ка здесь ситуацию по полной программе. Вот тебе и куя. Давай, 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 родная, давай. Баллиста, жги. Помогаем. Ну, что, и все, на один залп только хватило? Как-то жиденько, если честно. Ну, в любом случае можно ускоряться, потому что базу сейчас мы просто расколбасим. Деньги, деньги. Во, успел. Так вот, ребят, на ускорении просто не успеваешь. И за карточками, и за деньгами. Вот, отличненько. Ух. Ну вот, а теперь можно уже и переходить ко второй миссии, естественно. Ой, елки-палки. Я и забыл, что здесь еще и привидение это есть. Угу. Что-то мне так взгрустнулось сразу же. Блин, привидение. Ну зачем оно здесь нужно, а? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ладно, придется все равно вот этой командой играть, потому что... Ну, даже если баллисты у нас не будет, у нас будет паладин, который все-таки может уничтожать вот этих вот чумных летучих мышей. Поэтому поехали. Будем стараться выкаблучиваться, но пройдем, пройдем мы с вами в любом случае. Тем более расстояние здесь уже прилично. Фу, ты нафиг напугал. Я же забыл, что это привидение не наносит урона. Так что... Эй, погоди, погоди, родной. Ты постой. Не спеши, красавец. Да постой ты маленько. Во. Фух, должны бомбануть. Так, я вызываю еще. Да ну нафиг, должны справиться. Сейчас чумная, наверное, вылетит, да? Точно, я вот чувствую, что она сейчас уже скоро вылетит. А ну-ка, помогаем. Отлично, отлично. Так, баллиста. Стреляй, баллиста, куда ты стреляешь-то? Ну-ка, сколько он будет отнимать здоровья? Ладно, еще терпимо. Минус. Слушай, ну я, честно говоря... Блин, обанкручусь так, если постоянно буду вызывать нашу баллисту-то. Он не дешево стоит-то все-таки. Так, 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 давай, подходим к базе, короче, и начинаем ее кромсать. Это единственный вариант. А, вот так можно еще. Во-во-во-во. Шикандосик. Блин, ну все-таки это мышь чумная, ты смотри, что творит. Блин, и привидение это нервирует меня. Так, манну отдай только. Нечего, как говорится, хапать, не свое. Баллиста, сейчас ты у меня отдуплишься. Потому что еще раз пролетит этот призрак. Да, все, он загнулся у меня. Ну давайте базу-то быстрее распинайте. Ё-моё, что вы там? Дай-ка ускорение поставить, а. Так вот. Ну. Есть. Так, карточка, карточка. Успел. Ну что, вроде бы неплохо, но это только начало. Это только цветочки были. Так, а здесь у нас, значит, этот, как его, служитель тьмы. Угу. Если он будет постоянно бафать и лечить этого голема, будет тяжеловато. Причем мышь летучая будет всегда назад. А, что я волнуюсь, ребят? Здесь привидения нету. Баллиста будет жить, как говорится, и радоваться. Да и к тому же он будет уничтожать и летучую мышь, да? И того же самого служителя тьмы. Так что, все, у нас в куражах. Это самое идеальное, что можно придумать на данный момент. Только сейчас подождем, маночку накопим. Это я... Так, тихо, 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 красавчик. Красавчик, иди-ка ты отсюда. С болтами в ушах. А, ну да. Нет, чумная мышь тут есть, елки-палки. Тут нет привидений, так что нормуль все. Баллиста. Вот, и началось, как говорится. Мы еще вот так сделаем. Все, 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 все будет хорошо. Так, баллиста, давай бомби сразу. Две цели бомби, говорю. Черт подери, он не достает. Он не достает. Но мы все равно прожали. Слушайте, а кто вот делает защиту? Я не могу понять. Вот это вот вокруг наших воинов. У нас же вроде нет никого, да, кто бафает. А защита почему-то ставится. Ох, как они ломанулись-то. Давай еще одного баллисту вызовем и все. И вот так еще поможем. Да, ребятули? Как-то вот так, можно ускоряться. Порвем здесь всех. Эй-эй-эй, карточку. Давай-давай-давай, прожимаем, прожимаем. Я даже короля вызвал.
Только он здесь не понадобился нам. Ну что же, отлично. Предпоследний этап. Ох, 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 что ж тут творится-то, ты посмотри. Здесь у нас некро, привидение. Очень много таких поганых монстров, если честно. Но все равно вот эта вот компашка, она будет лучше всего здесь смотреться, я думаю, да? Хотя он будет нас притягивать, у него вот эта вот черепушка. Знаете, да, суперудар у нее? Она всасывает в себя всех моих юнитов, а пока всасывает, они теряют здоровье. Поэтому баллиста здесь может профукаться. Ладно, все равно выбора нету. Поехали. Поехали. Черт, он будет и свой суперудар применять, и привидение здесь будет нам мозги компостировать. Да, не айс. Тем более, смотрите, башня как прокачана у него. По-суперски, это вам не хухры-мухры. Я пока жду, выжидаю. Кого он там первого вызвал? Ой, только не некро, блин. Ну почему ты начал с некро, а? Ой-ой-ой-ой-ой. Так, ладно, хорошо, давай вызывать Палыча. У нас есть суперудар. Сейчас накопится, точнее. Погнали. Суперудар. Поехал, поехал, отлично. Слушай, ну, нормулька. Баллиста моя стреляет. Жалко, конечно, привидение сейчас быстро убьет его. Да, уже буквально на два раза всего лишь будет хватать. Два раза пролетает, и баллиста у меня погибает. Ох, охошечки. Слушай, а тебе не показалось, что что-то тут как-то по-серьезному все? Ну-ка, давай помогать. Так, так. Отлично. Блин, я думаю, что мы здесь по времени не успеем. Вот предчувствие у меня почему-то такое. Хотелось бы, конечно, ошибаться, но все говорит о том, что вряд ли мы здесь успеем. Посмотри, он некро за некро плодит. Ага, да. Давай еще баллисту. Слушай, да что за заваруха-то такая? Ты посмотри. Суперудар, давай быстрее, поехали. Так, минус, минус, минус. Да некро, надо добраться до этих бабулек. Ну, прижмите их там нафиг. Чтобы они этих колобков больше не вызывали. Да давай, 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 давай. Баллиста, блин. Король, все, только ты здесь поможешь нафиг. 40 секунд. 40 секунд осталось. Оу, щет. Минус, давай, 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 красавцы. Подходите быстрее, бомбите базу. Вот так я еще сделаю. Что-то какая-то помощь хиленькая была, на самом деле-то. Так, некро здесь не выделывайся. Ну. Да ёпрст, блин, ну последний-то удар сделаете вы или нет? Есть. Фух, так, хорошо. Ну, а теперь самое главное. Самое главное, это у нас последний уровень, конечно же. И кто здесь у нас? Ё-моё, блин. Тут дед, он в гневе. Это будет плохо. Но, опять же, здесь нет привидения. Зато есть некро. Некро, мне кажется, даже похуже будет. Так, ну ладно, давайте проверять, чем мы тут будем с вами рассусоливаться. У нас, как говорится, времени в обрез. Нам нужно еще очень много чего успеть сделать. Ох, сейчас будет кипишняк. Вот это сейчас будет действительно кипишняк. Хотя баллисты мои будут жить, привидений здесь нету. Соответственно, я их здесь расположу. Блин, зато здесь есть дед. Я имею в виду вражеский, естественно, дед. Ё-моё, сейчас моего щита бота этого раскромсают. Угу. Как пить дать разберут. А ну-ка. Вот так. Вот так, а еще поможем. Опс, отлично. Надо копить на короля. Слушайте, ну король, мне кажется, здесь не поможет нам. Его разберут моментально. Но я попытаюсь. Я попытаюсь. Он не вызвал там своего, нет? Пока еще нет. Ну давай, давай, король, что ты там задумался-то, ё-моё? Че, кто, че, как? Это че такое? Это че такое было-то? Ё-моё, вот это мы с вами поиграли, называется. Вот это мы повеселились, блин. Так, стреляю, стреляю, ребята. Ну, давай, 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 жги, 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 жги. Вот тебе и дожгли. Ё-моё, чё он делает? Ты посмотри, они же его хилят. Они хилят деда.
Големы тут пришли. Все, тут хана. Хана мандрыга, ребят. Слушайте, нам здесь нужен, знаете кто? Прыгун. Мы будем брать с вами... Да что тут выжидать? Давайте сдаваться уже. Офигеть. Просто офигеть. Не будем тратить никакие гемы. А будем просто брать с вами другой отряд, где у нас прыгун. Потому что вот эти хламоны сзади, которые стоят из-под тишка, они меня бесят. Так. Да-да-да-да, вот именно эту командочку мы с вами и возьмем. И тогда мы посмотрим, кто будет на коне. Ишь там думает, что дед, раз у него так все ему можно, хрен. Все, я разозлился, блин, нифига себе. Начали там мне вытворять приколы. Прыгун, как говорится, знает свое дело, он будет здесь их просто чикать. Причем маг-воин, вы знаете, что она бьет и наземные цели, и воздушные. Сейчас мы с вами потихонечку и начнем. Так, все, я уже на ведьму насобирал. Погоди, погоди, а что так... А что так вы быстро разбираете-то, эй! Ть, погоди, ведьма. Есть. Вот, теперь давай вот с этой армией, сейчас, как говорится, зомбарей, мы будем здесь их всех давить. И твои вот эти черепки тут не помогут. Мы только будем крепнуть. Тем более я прыгуна вызвал. Сейчас, сейчас, сейчас все будет хорошо. Сейчас все будет отлично просто. Смотри, смотри, прыгун. Оп, оп. Вот так вот. Ха-ха-ха. Ну что? Как настроение? Ой, ой, ой-ой-ой. Так, 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 так. А вот так вот в юночком, как вам? Жжик. Подумай, посиди вначале над своим поведением, дурила. Давай, давай. Этого деда разобрали, просто даже не поморщились. Вы представляете? Вот это по красоте. Вот это я, вот это я понимаю, ведьма. Ты посмотри, сколько у меня зомбарей. Просто смели. Ох, четко. Все четко, как говорится. Против лома нет приема, если нет другого лома. А у меня как раз есть. Ну, деда мы, конечно, раскромсали в 3 секунды. Так, и что нам здесь достается? Ну, в принципе, неплохо. Башенка, зомби с надгробием. Отлично, в принципе. Ну что же, мы переходим с вами на карту захватчики. Угу. Ой, 69 уровень. Ё-моё, такой грозный прям, я аж не могу. У него правильно все звезды, ребята. 69 уровень, 5 звезд, я не знаю, кого мы будем брать. Здесь они медленные, да? И в то же время мощные. Так, а если мы с вами... Вот этих вот возьмем. Слушайте, этот морпех-то, морпех-слизень бомбит нехило, поэтому, наверное, нам придется вот этих вот ребят брать. Да, поехали с ними. С ними должны мы справиться. Так, тут еще коротенькая такая дистанция у нас. Мне это не нравится. Главное накопить вот на мага-воина, и все будет у нас хорошо. Ну давай, давай, копись. Вот так мы сделаем. Сейчас он вызовет своего стражника. Стопудово, я вам говорю. Естественно. Кто бы сомневался бы. Так, если у меня отражение не будет срабатывать, у нас раскромсают здесь. Вот что я вам хочу сказать. А вот это... А вот так вот мы не договаривались. Охламоны. А ну-ка давай вот так вот их. Жук, 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 жук. Отлично. По красоте. Минус. Будет мне тут еще выделываться. Да, вот он, конечно, мощный. Он медлительный, но он бомбит, согласитесь, очень сильно. Так, ой. Всаднику-то на журавле они ничего вообще не могут сделать. Хотя морпех, по-моему, может стрелять, да? По-моему, может. Но он такой ватный, что он здесь долго не живет. Сейчас мы раскромсаем базенку, и все будет хорошо. Давай, ребятули, поднапряглись, родные мои. Да ёпрости, ну что ты мешаешься тут только? Ну да. Изи каточка. Двигаемся с вами дальше. Здесь он... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Хотя под... Блин, секундочку. А что же делать-то будем? Тут хищнец. А хищнец, по-моему, будет сильнее, да, моего мечника? Или же нет? Что-то я и не помню даже. По-моему, раньше мечник справлялся. Но не факт.
Черт, или вот... А кто здесь? Циркуляра? Хорошо, ладно, попробуем вот этой командой. Вся надежда на этого молотильщика. Если он не потянет, то все. Придется брать ту команду, наверное. Так, он делает там свой прыжок, да, козырный. И в этот момент мы... Есть, отлично. Молотильщик срабатывает как надо. Ну, а теперь джаггернаут и... Тихо ты. А, он перепрыгнул, да, все нормуль. Все отлично. Ого, а ты посмотри. Ты посмотри, он сколько урона наносил. Тихонько, не надо тут выеживаться там. Эй, хищнец. А вот так вот, если бомбс. Слушай, довольно быстро мы как-то тут расклепали ему базу. Ну, правильно, он дурил одних хищнецов вызывал, и все. Никакой обороны у него не было. Он хотел меня нахрапом. Ой, ой-ой-ой. А вот этот вот хреновенько уже. Зачем вот этот вот паразит нам здесь? Он нам не нужен. Оу, да. Это плохо. Но зато хищница нету. Тогда давайте, наверное, блин, я не знаю. Этим отрядом попробуем, да? Ну, если что, он будет у нас похищать прыгуна. Это в лучшем случае. А в худшем случае это воин-маг у меня будет попадать под раздачу. Вот так-то вот. Вот такие вот пирожки. Без масла, блин. И без мяса. Ладно, я буду отправлять вот так вот. Пускай он высылает своего этого пришельца. Но, естественно, естественно. Только не надо... Он же может, знаете, да, ребята? Перепрограммирует его, короче, выпускает, который уже будет против нас. Мне это нафиг не нужно. Слушай, а что за затишье такое? Он хочет еще раз вы... Я так и думал. Я так и думал, что он еще раз выпустит своего этого говнаря. А мы вот так вот сделаем сейчас, по-умному. Смотри, мы сделаем так. Прыгуна еще запустим. И вот так. А еще и вот так вот сделаем. Шук-шук-шук. Вот это... Вот. О чем я... Подогоди... Погоди, а, мы его не уничтожили, ядрен батон. Я же думал, что стражник пал. Но нет, мы его просто напугали, он обделался и убежал. Слушайте, нам нужна ведьма. Знаете почему? Если ведьма... Иди ты! Он даже не... Представляете, он даже этот пришелец не успел ничего сделать. Потому что его убили. Вот сейчас вот ведьмочка здесь наплодит зомбарей. И пускай он забирает здесь кого хочет. Хоть 1000 зомбарей пускай. По красоте. Вот так вот. Вот так вот работает рейчик. Ладно, двигаемся с вами дальше. Предпоследний этап. Кто у нас тут? Ага, хищнец. Хищнец, тритон. Ну, тритон-то уже 71 уровня. Ого. Ого. 71 уровня. Ладно, я вот этими пойду, ребятами. Тут у нас джиггернаут. Тут у нас... Вот я, кстати, не понимаю, зачем у меня здесь и голем, и джиггернаут. Они оба танка. Ну, ладно, ладно, хорошо. Посмотрим. Пришельца здесь нету, так что... В принципе, можно, наверное, немножко расслабиться. Ну, немножко. Это не говорит о том, что здесь можно выиграть. Здесь можно издуться. Причем легко и просто. Тритон этот, блин. Ой-ой-ой, тритон. Нам же нужен был прыгун здесь. Точно. Что-то я совсем не то сделал. Ладно, попробуем. Так, хорош, 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 родной. Давай, джаггер, на выход. Под молотильщика. Сейчас, 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 все должно быть хорошо у нас. Вот, сейчас он будет, блин. А если мы вот так вот, опс. Погоди-ка секунду. А, ну тут у меня голем, это хорошо. Ладушки, еще там хищнец, нет? Нет, пока нету никого. Ладули. Погоди-ка, что-то как-то... А что за... Ах, у него... Подожди, я не понял. Кто так делает? Эй! А ну-ка нафиг стоять, бояться. Давай вот так вот... Упс! Ха-ха, всех сразу же накрыли медным тазом. Блин, да нифига себе. Вот тебе и тритон, ребята, 71 уровень, ага. Жжет не по-детски, ты посмотри. Он усиливает... Охрененный вешает щит. Я не могу просто пробить. Так, чуть... Ну-ка давай вот так сделаем. Подумает пускай над своим поведением. О-о-о.
Мне нужен фаербол. Поехали. Нате вам всем там, зажарьтесь, гады. Фух. Давай, давай, давай. Бомбашим базу, бомбашим. Так. Выходит у меня циркуляра. Где она там едет? 3 часа. Ну, давай, 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 колбасим, колбасим. Вот, дед, все. Если я вызвал деда, то... Тихо ты, куда там... Фу, блин. Просто еле-еле успел увидеть, что хищнец рванул. Ну, там, я думаю, дед бы его, конечно, немножко покромсал бы. И последний этап, смотрим. Да ладно, вы издеваетесь, что ли, надо мной? Блин. Босс все звезды имеет. 71 уровень, 3 тонн. Так, здесь нам нужен вот этот, скорее всего, отряд. Блин, я не знаю. Помните, да, мы с вами играли? Как вот этот вот охламон отталкивал. Или там был ветродуй? Слушай, там был ветродуй. Но все равно это тоже у нас делает свою херню, выпускает, которая станет всех. Блин, ты посмотри. Стражник 69 уровня. Фулка. Босс фулка, но я имею в виду полная прокачка. 5 звезд, ё-моё, я не знаю. И у нас тут отрядик, блин, бомжей. Ладно, я надеюсь, мы... Главное построить ведьму. Построить, ну, вызвать. Если ведьма выйдет, то можно сказать, что победа 50% у нас в кармане. Как говорится, там уже как сложится ситуация. Ведьма дамажит нехило, но здесь и враг нехилый. Вы это не забывайте. Так, я буду... Ага, это хорошо, что он тут летает. Это хорошо. Вот, теперь мы будем вызывать ведьмочку. Ведьмочка этого чувачка сразу должна снести, по идее. Проверим, насколько она сильна. А ну-ка. Да, она очень сильна, и она сразу же уничтожает. Идите вы нафиг, а. Вон, хватай. Схватил, действительно. Упс. А мы только зомбарей с вами плодим. Вот, вы видите, кто делает отражение? Тритон. Тритон делает отражение, ну ему хана. Этому тритону. Я что такое? Прыгун, ты же... Что, как-то долго он его разбирал, если честно. Ага, хорошо. Пока... Вот, вот этого я боялся, ребят. Вот этого я... Мне нужен суперудар. Суперудар мне нужен. Ведьма, давай, 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 давай. Плоди, родная, этих зомбиков там. А что он делает с ними, я не могу понять. А, вон они, бомби. Отлично, просто суперски у нас получилось. Ну, подожди, радоваться-то рано еще, еще не все закончено, ё-моё. Так, минус. Давай, родные, бомбим, бомбим базу. Ай-яй-яй, по красоте, ребятули. Ну, ну разве не четко? Конечно же четко, чечетко, ё-моё. Фух. Классно, классно получилось. Если понравился, то лайк, ребята, лайк, естественно. Сундук захватчика и, ну, в принципе, вот этот вот мне не особо, конечно, жаба с пушкой устраивает. А вот жаба с молотом вполне даже годнота. Оу, смотри-ка, деда дали 13 карточек. Ага, когтистого 13 карточек и Санта-Клауса как раз под Рождество-то, да? Ну что, ребятули, прыгаем? Конечно, прыгаем. Прыгаем и смотрим. Тигр плюс копейщик. У нас еще энергия есть? Ой-ой-ой, а у нас еще энергии, что ли? Ага, вот в этом отряде еще есть. Ладно, хорошо, поехали. Нечего, как говорится, им тут Филькину грамоту гнать. Так, кто там? А, там копейщик, ё-моё. Сейчас, 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 секунду, секунду. Секунду. О, ну-ка, сноси его. О, так, отлично. Нечего ему тут землю топтать. О, молотильщик просто на ура их жахает. А если мы сейчас еще вызовем с вами Джаггера, то даже тигр тут не спасет. Хотя тигр мощный, гад. Но я думаю, что он ничего здесь не сделает. Джаггер просто будет рвать сейчас. Смотри, смотри, как он молотит. По красоте просто. А еще вот так вот, бомс. А еще и заморозка. И все, и базе хана. Хе-хе. Изи. Детка, поехали. И у нас тут храмовый пес. Ну что ты. Хотя он может меня сейчас спамить. Угу. Что храмовый пес не очень дорого стоит. Что этот копейщик сейчас будет меня тут, наверное, затравливать.
Но мы-то не из хлюпиков. Нас просто так не затравишь. Будем обороняться во что бы то ни стало. Ну, давай, где там твой копейщик? Не вижу я копейщика, ребята. Не бежит почему-то. Тогда есть возможность вызвать Джаггернаута. Вот так вот. Ну, ой-ой-ой-ой, ну, давай, роботули. Ой, роботули, ребятули, ёлки. Ой, по красоте-то. Джаггер все-таки знает свое дело. Тем более вот этот, когда еще молотильщик прикрыт. Это вообще красиво все получается. Давай вот так поможем. Магию заберем. Да все, тут даже сопротивляться не стоит. Разобрали. Даже не поморщились. Вот так, что-то, кстати, вы заметили, давно карточек не выпадает. Странно как-то очень. Одна там в пятилетку выпадет. И ты радуешься ей. Ой, ой-ой-ой, Ронин. Только, блин, не Ронин, а. Блин, офигеть. Офигеть, тут у него и этот копейщик, тут еще и Ронин. Ой, сейчас он будет меня бомбашить, по-моему. Ронин-то этот, а? Будет? Да будет, конечно же, куда он денется. Давай голема, наверное, попробуем успеть. Ага, ага, сейчас будет кромсать, смотри. Будет жестко бомбить. Жух. Жух. Блин. Ну куда ты собрался? На-ка. Да иди ты в баню, хайкает мне здесь. Вот, вот здесь Джаггер очень хороший, знаете почему? Вот смотри, он его сейчас хоп, отдуплил. И у него еще есть здоровье. То есть он лежит, он восстанавливает себе потихоньку здоровье. Я к чему говорю, что если следующий Джаггернаут выбежал бы, да? Он бы просто вот на него бы суперудар свой потратил и все. И мы были бы в куражах. Да-да-да-да-да, хайкать будет там. Где-нибудь в другом месте. Дайте мне деньги. Ну, раскромсали. Ну, Джаггер, ё-моё, во, молодец. Отлично, но проблема-то в том, что у нас, по-моему, энергия йог, да? Еще вот здесь есть. Ой, ёл, красоты, здесь уже ниндзя. Здесь уже ниндзя. Я попробую, конечно, разочек здесь совладать с этими олухами. Но, не знаю, ниндзя, вот самое бесявое — это ниндзя. Чумной, чумная вот эта вот мышь летучая, ниндзя, Ронин. Самые такие поганки. По-другому не назвать. Ой, что-то я забыл, сейчас же Ронин может выбежать, ё-моё. А я тут прохлаждаюсь. Так, что-то никто не идет, странно. Ага. Ага. Странно. Сейчас, главное, сейчас выбежит Ронин, да? Нет. Давай, 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 давай. Как так? Как ты так сделал, а? Я не понял, вот если честно. Фу. Нам просто сейчас... Тихо. Да ё-моё, ну... Откуда вы беретесь, гады, а? Отражение сработало. У моего мага войны я и ниндзя сама себя убила. Ну, через отражение. Так, давай, давай, давай. Мне нужна ведьма. Ведьма срочно гибель империи какую-то завершил. Все, ребятули. Если ведьма вызвана, то все, никаких шансов у врага нету просто-напросто. Вон она бежит, видели, сломя голову. Спешит, как говорится, на помощь нам. А сейчас тут зомби свое дело сделают моментально. Смотрите, что сейчас. Сейчас будут просто кромсать их тут. Эй, тихо. Вот, давай вот так, отвлекайся. По красоте, а мне нравится. Мне нравится, как мы играем. Отлично, ребятули, отлично. Я думаю, что серия сегодня удалась. Ну, был, да, один проигрыш, но согласитесь, если сравнить предыдущие серии, где там просто нас рвали и метали, то здесь можно сказать, что на изи идем. Жалко, конечно, что нет у нас энергии вот пройти последний этап. Жаль, очень жаль. Хотя, интересно, эта команда смогла бы пройти? Давай попробуем. Попробуем. Ну, я почему-то сомневаюсь. Но попробуем. Все равно энергию надо потратить, согласитесь. У нас здесь есть баллиста. Баллиста очень хорош. Особенно против этих всяких там ниндзей. И... Уще, ты... Тихо, 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 тихо. Вот,
Видишь, что он делал? Он просто... Да куда ты? Ну, кто-нибудь, ну, хоть кто-нибудь. Нет, 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 ребят. Ну, не хватило, просто не хватило. Ладно, тут ускоряться нафиг надо. Элементарно не хватило мне энергии кого-то вызвать. И Ронин, как назло, с разбега побежал. Ой, как это? Как это ты так быстро сделал? Эй! Я так не играю. Давай короля мне. Нет, подожди, вот так сделаем. Так, король. Ага. Баллиста. Во-во-во-во, прожимаем, прожимаем. Я еще помогу. Нечего хайкать там. Слушай, ребят, ну, в принципе, вот если бы не нанесли нам бы урон по базе, вообще было бы по красоте, поверьте мне. Что у нас ждет здесь? Ай, красиво, богиня. Это самый смак. И терракоша, терракоша выпал нам. Да, ребята, ну, я уже, может быть, за кадром пройду этот этап, если время у меня будет. Ну, а мы с вами увидимся уже в следующей серии. Так что всем большое спасибо за просмотр. Если вам понравилось, то лайканем. И увидимся в следующей серии. Так что всем пока, ребятушки. И до новых видосиков.